Согласно новому закону, государственным банкам разрешено участвовать во всех государственных и национальных программах, инициированных Кабинетом министров. Ранее Аилбанк, Элдикбанк и государственная ипотечная компания, как государственные учреждения, не могли заключать договоры о тесном сотрудничестве с друг другом. Теперь госбанки и ГИК смогут эффективно взаимодействовать для реализации этих программ. Самой основной целью вносимых изменений в закон Кыргызской Республики о банках и банковской деятельности является создание условий для участия государственных банков в реализации всех программ, которых инициируются, которые со стороны Кабинета министров Кыргызской Республики. Эти государственные программы в особенности направлены на обеспечение жилищных условий населения Кыргызской Республики, обеспечение национальной экономической безопасности и развития экономики. Таким образом, на сегодняшний день снимаются определенные ограничения, которые имеются в законодательстве Кыргызской Республики в части участия именно банков со 100% государственным участием. Измененная норма закона напрямую касается клиентов, получивших льготный кредит от Элдикбанка для приобретения квартиры от ГИК в рамках социального проекта «Накопительная ипотека». Изменение в закон было внесено в рамках реализации государственной программы «Накопительная ипотека», в рамках которой наш банк будет реализовывать социальный проект совместно с государственной ипотечной компанией. И данные изменения позволяют нам заключать соглашение по данному продукту в рамках законодательства. Ранее такого продукта не было, это новый продукт. Действующий закон, который до подписания изменений действовал, да, он не позволял такого рода сделки совершать связанным компаниям. В социальном проекте «Накопительная ипотека» смогут принять участие наши граждане, работающие за рубежом, а также граждане страны. Первоначальный взнос составляет 30% от стоимости недвижимости. Гражданин накапливает эту сумму в банке, ежемесячно пополняя свой накопительный счет. Далее банк выдает кредит под 10% годовых на 5 лет в размере 20% от стоимости жилья. Оставшиеся 50% заемщик получает под 8% ГИК сроком на 15 лет. Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Эрлан Джуншалиев, Руслан Сабатаров, Алатау 24.